Всем здравствуйте. Что делать, когда сейчас у нас колесо спускает и приходится подкачивать? Причина только может быть одна – пропускание золотника. Для этого мы делаем, когда мы накачали колесо. Вот накачали мы колесо, вынимаем, выкручиваем, берем отверточку и на себя чуть-чуть выдвигаем. Выдвигаем клапан золотника, чтобы он стал на место. Он врезается в резиновое основание и потом удерживает. Вот можно проверить. Видите, вообще не уходит. До этого он уходил. А вот так, каждое колесо после прокачки я так делаю. Советую вам так поступать, чтобы лишний раз не подкачивать. Всем доброго. До свидания.